сидят в баре полицейские, пожарные и патологоанатом. Ну и рассказывают, какие интересные истории были на работе. Ну и полицейский говорит, я тут недавно сам один банду задержал, так мне почетную грамоту вручили, да. Тут говорит, да, это ерунда, пожарный говорит. Я тут недавно был пожар, и я вытащил из пожара полуголую женщину. Так она меня так отблагодарила, я всю жизнь буду помнить. А патологоанатом говорит, да, это все ерунда. У нас недавно был вызов в гостиницу, там мужик зажмурился, понимаешь. Мы приезжаем, заходим в номер, лежит мужик под простыней, а у него член торчит. Я говорю, а как мы так будем его через всю гостиницу нести, как-то неудобно. Взял лопату, да как дал, блин. Говорю, а в чем тут прикол? Как в чем прикол? Это жом ошиблись. Поехали!